Лекарственный совет Ульяновской области с пассивного формата работы переходит в активный. Такое решение сами представители совета озвучили накануне. В этом году на лекарственное обеспечение льготников в бюджете Ульяновской области предусмотрено 584 миллиона рублей из регионального бюджета. При этом дефицит составляет 600 миллионов рублей. Ситуация с лекарственным обеспечением, она испытывает ряд проблем, связанных не только с тем, что в нашей области какие-то существуют проблемы, они всем известны, частично недофинансированы, как федеральные льготы из-за уменьшающегося количества льготников, но это тенденция также и всего российского здравоохранения, также с недостаточностью финансирования региональной составляющей. Сейчас основная задача, которая стоит перед Лексоветом, точечный анализ каждой из проблем наличия льготных препаратов. Для этого принято решение создать до конца мая 5 рабочих групп, каждую из которых возглавит представитель лекарственного совета. Так, одна из групп будет следить за ходом создания новой государственной аптечной сети. Уже в августе в регионе появится 36 аптек, 10 в Ульяновске, 26 в районах области. Разрабатывается дорожная карта. В первую очередь сейчас происходит организация, оформление организации, регистрация организации. Сейчас происходит техническое оснащение аптечного склада, происходит его лицензирование. В ближайшее время как раз таки, ну и параллельно происходит подбор помещений, да, для открытия розничных аптечных точек на территории города и области. Еще одна рабочая группа в ежедневном режиме займется мониторингом получения лекарств для льготников государственными медицинскими учреждениями. Сегодня три больницы – Изинская, Корсунская и Сурская – обеспечены препаратами всего на 30% от необходимого количества. Главных проблем, как уже сказано было выше, что нет коммерческих предложений в районные больницы. Одно из основных проблем. Вторая – это кредиторская задолженность за предыдущие годы и аресты лицевых счетов. Замминистра выступил с предложением объединить районные больницы, чтобы упростить процесс закупки лекарств. Рената Алиулова, Юрий Конихин, Новости Ульяновской правды.